Все участницы наших соревнований в беге на 800 метров стартовали в одном забеге. Рекорд Санкт-Петербурга на этой дистанции 1:54.94, установлена трехкратной олимпийской чемпионкой Татьяной Казанкиной в 1976 году. Надежда Масеева, еще Саем лидирует в забеге. На второй позиции Екатерина Капрова, Московская спортивная школа. Надежда Масеева, увеличивая отрыв, уверенно сохраняет лидерство за 300 метров до финиша. Лидер забега Надежда Масеева на финишной прямой. Мария Долова, Красногвардейская спортивная школа, на второй позиции заканчивает дистанцию. Третья финишировала Екатерина Капрова.